Кукла Вуду, освободись, в мир свой обратно вернись. Смотри, там что-то было! Где? Мы тебя не боимся! Убирайся! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, а это Катя. Всем привет! И, ребята, если вы смотрели предыдущее видео, то мы сделали нечто такое, что просто была жесть. Правда, Катя? Да, было ужасно. Да, короче, не будем сейчас рассказывать вам. Вы после просмотра этого ролика можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. А также все новости есть в наших с Катей инстаграмах, в Катином инстаграм и в моем. Ссылки на эти инстаграм-странички в описании. Ну, в общем, ребята, сегодня вот эту тварь, вот эту куклу Вуду гигантскую мы с Катей повезем закапывать в лес. Сейчас у нас по часам 3 часа ночи. Нам нужно отыскать место специальное между трех деревьев. Три дерева должны между собой делать какой-то как треугольник, то есть как рог, поняла? Рог дьявола. Тогда откроется портал. Нам нужно взять с тобой куклу Вуду. Нужно взять нитку для того, чтобы создать, или скотч, что-то, для того, чтобы создать этот треугольник между деревьями. И нужно взять три свечки, по трем углам расставить эти свечи, произнести заклинание и проводить эту куклу, закопать в землю, ну или под что-то вообще укрыть, спрятать, чтобы потусторонний мир забрал эту тварь к себе. Потому что я не уверена, то, что после того, как мы завершили обряд, что эта кукла Вуду, она... мне кажется, что еще какая-то есть. Ну, короче, лучше от нее избавиться нахрен. Так что давай ее складывать в чемодан. Меня просто реально после вчерашнего всю просто трясет. Застегивай, я пока куртку одену. Ты вообще сама что думаешь? Я думаю, что если мы закопаем... Вернее, я надеюсь, что мы сейчас ее закопаем, проведем этот обряд и... Погоди, не закрывай до конца, сейчас еще свечи. Я думаю, что мы ее просто отправим в потусторонний мир, и она больше нас не побеспокоит. Ты знаешь, меня волнует другой вопрос. Дело в том, что когда вот то произошло, то, что в предыдущем видео мы снимали, что произошло, я просто пипец как перепугалась, как мне было страшно. Вот ты сильно испугалась на тот момент? Я на самом деле испугалась, но как-то, знаешь, я взяла себя в руки, я просто хотела выпить, помочь тебе, и поэтому... А что он вообще делал с моими ногами? Это, ну... Он тебя колол в ноги, да. У тебя пошла кровь. Ну, в общем, ребят, это все в предыдущем видео было, мы не будем повторять это. Но самое главное то, что, блин, я очень опасаюсь одной вещи. Я пока не буду вообще тебе ничего говорить, чтобы, ну, как бы, да. Надо это положить вот сюда, вот вперед, чтобы они не засыпались. Так, еще мне нужно взять нитку или скотч. Так, скотч взяли? Взяли. Им треугольник. Свечи три взяли? Взяли. Зажигалка. Чем зажигать свечи? У меня нет. Я вот зажигалка. Вот. Зажигалка. Все, давай. Все. Нужно успеть с трех до четырех. У нас уже время. Все, я буду... Кто-нибудь подумает, что мы уезжаем. Ну, это и хорошо, чтобы не привлекать внимание. Подумают, что мы куда-то уезжаем из леса. Да? Да, странно, да? Может быть, у нас там труп? Нам еще нужно успеть найти эти три дерева. У меня есть одно предположение, где такие точки, они существуют в лесу в некоторых местах. Мне как-то подписчики присылали места, где они видели паранормальщину. В основном паранормальщина на всех местах, где как раз вот эти вот три дерева. Давай, сейчас. Ой. Тяжелый. Сейчас я дверь закрою. Так, короче, сколько время? Но главное найти это. У меня на карте отмечены здесь точки, где растут эти деревья. Ты вообще хоть владеешь хоть какой-нибудь информацией по поводу вот этой мистики и всего? Блин, не могу найти карту. Мы сейчас разберемся. Главное искать три дерева, три, чтобы они могли создать треугольник. Первый, это очень, конечно... Мы найдем три дерева. Вообще. 3 часа ночи. Так, все, давай, вези его. Что ты тащишь? Блин, он тяжелый. Выдвигай ручку. Все, садись. Поехали. Куда? Назад? Вперед, садись.
Смотри, я тебе сейчас дам телефон, будешь моим штурманом. Че, куда, где поворачивать, будешь говорить. Я там, я там отметила точку этого леса. Ага, я поняла. Хорошо, давай, поехали. Все, да? Выезжаем туда, да. Направо сейчас? Направо. Отлично, секунду. Хорошо. Сейчас по точкам Катюха, все найдем. Катюха, я не могу вообще. Я с просто... тобой происходило что-то невероятное, Ирина. Это было очень страшно. Ты знаешь, у меня было вообще однажды такое, один такой момент, что я была в одном доме, в доме с призраками, и этим домом заправляли, короче, проклятые куклы клоунов. Это была просто жесть. И после того, как я собрала, я надеюсь, что я собрала всю коллекцию этих клоунов, я, короче, их закопала. И после чего они как бы, ну, исчезли, перестали. В этих клоунах были души... Направо. Направо, хорошо. В этих клоунах были души, короче, проклятых детей. Ну, там была просто жесть. И сейчас я думаю, что стоит повторить этот обряд с этой куклой Вуду, потому что, ну, как бы, иначе быть не может. У меня как бы нет... Нет, есть еще один способ, можно сжечь. Нет, я думаю, нам лучше закопать. Понимаешь, иногда бывает так, что не помогает. Я как-то делала куклу Вуду на Слендермена, и мне помог только обряд сжигания, знаешь, как с ведьмами. То есть прямо в прах. Но сжигать, когда ты сжигаешь, это, ну, как бы, это очень опасный обряд. То есть это на человеке отражается. Ты можешь заболеть, могут заболеть твои близкие. Давай, смотри, короче, куда дальше ехать? Нам направо дальше. Сейчас, Катюх. Сейчас я заправлюсь. Вставлять пистолет. Нажимай. Короче, нам сейчас нужно доехать как можно быстрее до этого места. Блин, еще как назло бензин кончился. Все, дай? Да, вынимай. Отлично. Открывай. Вообще трындец. Просто. Точно здесь? Да, здесь. Открывай. Вставай. Так, дальше куда? Так. Сейчас, погоди, я посмотрю дальше куда. Три короче, дерева. Пошли в лес. Так, давай скорее, мы много времени потеряли. Давай скорее. Это место где-то здесь, но надо зайти поглубже. Погоди, погоди. Нужно быть внимательным. Еще глубже, глубже, Кать. Три дерева, смотри. Так, Кать, смотри, ты с левой тогда стороны. Я буду с правой смотреть. Я смотрю слева. Ага. Блин. Мы должны это будем почувствовать просто, понимаешь, почувствовать это место. Мы должны увидеть этот Бермудский треугольник. Треугольник откуда? Главное еще нам там, понимаешь, не пропасть. Существует мнение, что оттуда как приходит, то если туда попасть, можно вообще нафиг пропасть. Я надеюсь, с нами сегодня этого не произойдет. Я тоже на это надеюсь. Главное, спокойно все... ее закопаем. Да. Главное правильно. Да. Нет, главное, что все нужно делать правильно. Как да. Было написано. Все по обряду. Как... Так, я помню эту кормушку. Да. Что это место. А дальше? Дальше этого места птицы не ходят. Уже начинается тьма. Где-то здесь. Мы уже близки. Вот оно. Вот оно, это место. Три дерева. Слушай, ну здесь глубоко. Смотри. Нет, здесь очень глубоко. Раз, два, три. Вот эти деревья. Поняла, нет? Погоди. Походу, это здесь. Я сейчас обозначу. Давай скотч. Так, сейчас. Куда все делось? Быстрее. Скотч. У нас осталось всего лишь кончиться. Слушай, нужны? Ты можешь посветить мне? У тебя есть фонарь? Фонариком, да. Сейчас.
свети. Вот смотри, сейчас я создам треугольник между этими тремя деревьями. Да. Так, потом мы... А! Очень глубоко. Погоди, не могу. Так, все. Дела. Я пошла. Будь осторожна. Так, первое дерево. Свечи. У меня все, все ноги в снегу, холодно. О, боже. Свечи готовь. Свечи готовы. Катюх. Зажигалка. Есть. Зажигай. Давай, я зажгу. Давайте, давай, брат, держи. Давай, я посвечу, давай. Надо кончик отогнуть. Блин, они поломались. Если они не зажгутся, ничего не получится. Нужна хотя бы одна свеча. Дай. Что за зажигалкой? Блин, она же работала, все же было. Давай, давай, давай. Давай, еще остальные. Есть, 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 есть. Не знаю. Навряд ли это получится. Старайся, давай, давай, милая. Катюша, да. Раз у нас одна, я не знаю, как у нас все это получится. Сейчас я поставлю ее в середину. В середину сермутского треугольника. Здесь. Нам ни в коем случае нельзя туда заходить. Да, иначе все, в момент обряда мы сможем пропасть. О, боже! Где она? Теперь куклу. Слышишь? Что? Слышу. Что-то есть? Мы здесь не одни. Блин. Становится жутко. Да. Офигеть. Давай. Помоги, она тяжелая. Да давай, давай. Да брось ты телефон, он уже не нужен. Пойдем. Тихонько. Тихо. Аккуратно. Ее нужно вот сюда. Через... Середину треугольника. Аккуратно. Аккуратно, не на свечку. Не потуши свечу. Свеча потухла, Кать. Ничего не будет у нас. Нам нужно ее зажечь? Нужно зажечь. Кать, так. Начинай потихоньку закапывать. А я попробую зажечь свечу. Да. Вместе. Кукла Вуду.
освободись, в мир свой обратно вернись. Кукла Вуду, освободись, в мир свой обратно вернись. Кукла Вуду, освободись, в мир свой обратно вернись. Ты видела это? Ты видела его? Там кто-то, прошу. Там что-то было. Блин, если это то, о чем я думаю, то это будет полный трэш. Быстро собираемся. Оставим ее здесь. Там что-то было. Смотри, там что-то было. Где? Я не вижу ничего. Ты посмотри, там что-то есть. Где? Там, за деревом? Где конкретно? За деревом что-то есть. Черт, я тоже это увидела. Жесть, нужно убираться. Быстрее уходим отсюда. Там что-то было. Быстро собираемся. Я не знаю. Кто здесь? Катя, давай. Катя, давай на то. Туда, погоди. Да что? Я не могу выкинуть. Закрывай, закрывай. Черт. Может быть, нам надо было ее сжечь? Я не знаю. Лучше. Что это было? Там кто-то был. Эй, бежим скорее домой. Быстрее. Он повсюду. Быстрее. Я слышу. Ставь, я тебе сказала. Иди сюда. Прячься, прячься. Катя, не бойся. Слышишь меня? Да. Прямо сейчас, быстро, перестань бояться. Поняла меня? Да. Ладно. Сейчас то, что я тебе скажу, восприними без страха, поняла? Да. Мы тебя не боимся. Повторяй, поняла? Да. Мы тебя не боимся. Мы тебя не боимся. Мы тебя не боимся. Мы тебя не боимся. Убирайся! Короче, я тебе сказала, мы не боимся. Мы тебя не боимся. Мы тебя не боимся. Мы тебя не боимся. Убирайся! Ты поняла, кто это был? Это был Пеннивайз. Да. Он услышал наш страх, почувствовал его. Мы открыли портал. Скажи мне честно. Скорее всего, мы впустили нечто сюда, в этот мир. И это нечто Пеннивайз. Я не знаю, что теперь будет. Короче, ребята, если это все правда, продолжайте смотреть наши ролики, потому что если мы начнем бороться против Пеннивайза, это будет просто жесть. Давайте соберем 1000 лайков на этом видео, и мы придем и узнаем, да, кто это был на самом деле. С вами была я, Королева Мистики. Всем пока.